День защитника Отечества ставропольцы отметили во Дворце культуры и спорта. Главными гостями праздничного концерта стали ветераны, офицеры и действующие военнослужащие. С предстоящим Днем защитника Отечества их поздравил глава города Ставрополя Иван Ульянченко. Огромное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны за ваш героизм, за ваш патриотизм, за ваш подвиг, которому трудно дать оценку, за то, что вы дали, освободили мир от фашизма, и вы дали нам возможность жить, учиться, трудиться, воспитывать своих детей. Я поздравляю всех с праздником, с Днем защитника Отечества. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба. Память о воинах, погибших во время боевых действий, почтили минуты молчания. Самым выдающимся выпала честь торжественно пронести через зал корзины с цветами. Позже эти цветы они возложат к мемориалам в честь погибших героев. Ведь День защитника Отечества – это еще один повод вспомнить ушедших солдат. Во-первых, память о погибших, да, военнослужащих во всех войнах, которые вела Россия, российское государство. Во-вторых, это такой великий праздник, да, вот это вот поздравление всем, низкий поклон, кто защищает нашу Родину, да, это, ну, очень важная работа, скажем так, я бы даже сказал, призвание, да, защищать нашу Родину. Всех защитников Отечества поздравили лучшие творческие коллективы города и края. Со сцены прозвучали любимые песни военных лет, наполненные патриотизмом и боевым духом. Никита Лукьянченко, Илья Панкратов, АТВ Ставрополь.